Так, вот она, эта схема, которую я говорил. В общем, работает она очень просто. Вот, как видишь, тут приемщик энергии, тут отдатчик энергии. Ставим вот проволочку, вот такую вот красную, ставим гейт, у него условия. Требуется энергия подавать сигнал красной трубы, вот именно, которая реагирует на эту проволочку. Тут приходит красный сигнал трубы выдавать редстоун сигнал. Вот, и вот он, как видишь, тут ломает, но он очень долго ломать тут, зараза, будет. И вот он работает. Так, и как мне сейчас сделать, чтобы не надо было бы энергии? Сейчас сделаю. Так, ставим этот креативный движок. Так, и ключик мне нужен. Так, вот я поставил креативный движок, он выдает нереальное количество RF, то есть зажимаешь Shift и правой кнопкой мыши, и вот настраиваешь вот 20 RF, и вот так вот идешь до, если для тестов когда-нибудь понадобится, вот этот креативный движок. Его, к счастью, сделать невозможно, рецепта он не имеет, но вот так он работает. Я вот для теста запустил, так вот он подает. Так, давай заканчивай быстрее, и вот он остановится. Так вот, ломает, ломает, ломает. Так, можно вырубить за счет инерции, потому что нас интересуют вот эти вот. Нет, давай еще дай энергии. Ладно, пускай работает. По идее, энергия закончится. Он все выломает тут, и так. Вот. И видишь, все остановилось. Энергия не нужна, он все не работает. Но он будет чуть-чуть подавать энергии, потому что по какой-то причине он, ну, вот, проскакивает, требует иногда. Так, вот его вырубаю. И сейчас вот они будут включаться все равно. Иногда вот включился. Они просто сейчас разогреться хотят. Чего у меня там не работает? А, воды нет. Ну, черт с ним. Вот, то есть, ну, смысл понятен, думаю. Все, давай.